Приветствую вас, уважаемые инвесторы, маньяки криптовалютного рынка. Это ICO с MCPO, и сегодня речь пойдет об уникальном концепте, доселе невиданном на мировом рынке. Будущее наступает уже сегодня, и мы с вами встречаем проект AirPod, чье при ICO в самом разгаре, но об этом мы поговорим позже. Находимся мы на их сайте airdefizpod.io. И давайте с вами попытаемся понять, о чем идет речь. Речь идет в первую очередь о путешественниках. Многие из нас любят путешествовать. В наши дни перелеты осуществляются по всему миру. Переезды на поездах, автомобилях, автобусах и так далее. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Огромное количество рейсов доставит вас из одной точки планеты в другую. Люди летают в другие города и страны на деловые конференции. Совершают переезды и перелеты, желая навестить родственников, друзей и так далее. Хотят посмотреть мир, культуру, обычаи или просто отдохнуть на пляже. Десятки миллионов людей ежедневно совершают переезды в сотнях аэропортов, ЖД вокзалов и автобусных станций. Что же делать, когда вы оказываетесь в ситуации, когда вам приходится ждать? Допустим, отложили ваш рейс или у вас пересадка, и вы должны провести в каком-то городе 5 часов, а может быть 8, 10, вам хочется поработать или просто отдохнуть, побыть наедине с самим собой, но вам приходится сидеть в томном и душном зале ожидания. AirPod предлагает свое ICO и свой интересный концепт решения данной проблемы. Представляете, идете вы так по аэропорту или ЖД станции, опа, достали свой смартфон, включили приложение и зарезервировали себе капсулу. Да, я не шучу, речь идет об вашей уникальной и индивидуальной капсуле. Сейчас я вам поподробнее расскажу, что это такое. Соответственно, операторы аэропортов, ЖД станций, автовокзалов, торговых и даже бизнес-центров планируют улучшить услуги для своих клиентов, представив им возможность пользоваться шикарной услугой, индивидуальным капсульным контейнером или отсеком для сна и отдыха, находящимся прямо в здании в качестве доп-опции для всех клиентов. Данная технология уже внедряется в некоторых аэропортах мира, но AirPod планирует внедрить и масштабировать действительно уникальный продукт, превосходящий по своим характеристикам всех возможных конкурентов. Общая функциональность капсулы AirPod будет намного лучше, чем у конкурентов. Данная услуга будет доступна и по карману всем категориям пассажиров, несмотря на то, что будет совмещать в себе и представлять новейшие технологии. Основной плюс этой капсулы в том, что она не требует какого-то специального места и определенного процесса подготовки для установки. Ну вот здесь на сайте компании рассказывается про то, сколько пассажиров летает, сколько денег они тратят, насколько вообще перспективна эта индустрия, сколько аэропортов функционирует, какая проходимость, сколько платят, сколько ищут людей на скайсканере и так далее и тому подобное. В первую очередь это, конечно, проект для аэропортов. Почему блокчейн, каким образом все это будет работать и так далее и тому подобное. У них это все рассказано. Ну, мы на этом останавливаться сейчас подробно не будем. Вы можете почитать white paper, он на разных языках есть, где посмотреть видео, где подробно рассказывается, каким образом все это будет функционировать, почему именно на технологии блокчейн. А я вам скажу, что AirPod, Sleeping Pod, это будет индивидуальный блок капсульного стиля, который предназначен для очень-очень интересных, соответственно, вещей. Имеет как бы полностью, он приспособлен для общественных мест и наполнен смесью передовых технологий и инноваций, которые призваны помочь простым людям выполнять задачи, которые им необходимы в данный момент, или просто отдохнуть, находясь в комфортных условиях, будучи при этом в эпицентре публичного пространства. Откроем мы с вами white paper на всякий случай, чтобы вот показать вам ссылочку на него. Все это есть на основном сайте. White paper интересный, я вам уже посоветовал его почитать. Ну, это английская версия. Да, очень круто, про разработчиков все рассказано, все подробно, все понятно, все ясно. Хороший концепт этой капсулы, она интересна тем, что, ну,
будет все, что нужно современному человеку внутри. Встроенный Wi-Fi модуль, удобный современный сенсорный экран, доступ к Amazon Fire TV, огромное количество разъемов разнообразных, то есть и розетки, и USB разъемы и так далее. Универсальный рабочий стол, персональный отсек для хранения багажа и обуви, кондиционер, климат-контроль, система фильтрации и очистки воздуха угольными HEPA-фильтрами, мониторинг статуса вашего полета или поездки. Высокотехнологичное, удобное и комфортное сидячее место, трансформирующееся в кровать, колонки, стерео с высококачественным звуком, система подавления звука извне капсулы, смарт-стекло, через которое вы можете видеть всех и вся, но при этом будете вне зоны видимости людей окружающих. Ну и, соответственно, подсветка внутри будет в зависимости от ваших предпочтений и настроений и другие дополнительные функции, которые можно будет запрограммировать. Краудсейл начнется в мае, сейчас идет стадия pre-ICO токен APOD. Токен value 10 центов он будет стоить, это токен стандарта ERC-20 платформы Ethereum. Хотят они хардкап 20 миллионов долларов собрать, софткап 2,7 миллиона. Посмотрим, что у них выйдет, да, на сайте ICO Bench. У проекта очень хорошая оценка, 4,6. 7 дней еще есть у вас на стадии pre-ICO. Вы, ребят, можете вот join whitelist, получить 30% бонуса. Также у них подробно рассказана дорожная карта. Во втором квартале массовая продукция уже. Ну, то есть инфраструктура будет завершена полностью. Первые 10 AirPods они реализуют и так далее. В первом квартале 2019 года еще 100 установят, потом еще 400 и так далее и тому подобное. Проект считаю интересный, крутой, перспективный. Будущее в нашу жизнь приходит по полной программе. Я советую вам следить за проектом и инвестировать. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч.